Что там у соседей? Так, масленица же, она, правда, закончилась, но у них гуляние до 31 марта. Странно, уже время Великого Поста. Так они этот пост как раз и делят. Все товары в кучку собраны, делай выбор наконец. Выбирайте, люди добрые, есть и хлопцы, и бабец. А гармоничненько у них, по-семейному. Точно, мужик, баба и маленький пацан. Вот вранье, вот слово блудствия, пенсия в три медиата. И полным-полно коррупции, особливо ВПК. И полным-полно коррупции, особливо ВПК. Вот успехи небывалые, вот почти бесплатный хас. Раскатай-ка губки алые, если веришь в этот жас. И питательно от меня деликатес. Надо вступим обязательно, даже раньше, чем ЕС. Надо вступим обязательно, даже раньше, чем ЕС. Олигархам нарывшивые и импичмент для Петра. Покупайте образ мой. А кого мы будем поддерживать? Не будем ломать традиции. Януковича. Хоть у нас товары разные, но едины мы в одном. Это чучело ужасное, дружно вместе мы сожжем. Это чучело ужасное, дружно вместе мы сожжем. Интересно, а чью чучело они жгут? Ну, не знаю, да мало ли. У нас бы такое чучело не жгли, а на руках носили. По крайней мере, 86% населения. Оп, по крайней мере, год назад. Момент серьезный. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Мочить в сатире! Моя ж ты умница.